Конец войны я встретил в госпитале. После ранения вот находился в госпитале. Сильная ночью стрельба недалеко от госпиталя. Мы больные почему-то подумали, что немцы десант высадили. Приходит замполит госпиталя и говорит: ребята, конец войны. И вот День Победы я там отмечал. Помню хорошо. Нас кормили неплохо в госпитале. А в этот день дали по четвертинке водки, по банке консервов, сладости всякие. Запомнился этот день мне.